Всем здравствуйте! Зовут меня Лапик Ольга Владимира, город Владивосток, Приморский край, Россия. Я хочу с вами сейчас поделиться о результатах продукции компании Тиньши, именно которые помогли, связаны со мной лично. Да? В 42 года была у меня такая проблема, как инсульт. Вроде бы молодая, как говорится, шустрая была, красивая, энергичная, потому что по профессии я учитель физкультуры, тренер по спортивной гимнастике, массажист. Я всегда была активная, как говорится, в движении. Ну, в жизни бывает так, что иногда случается непредсказуемо события с нами, да. Так вот, благодаря компании Тиньши я сейчас спокойна за свое здоровье, за свою жизнь, потому что когда выписывали меня из больницы, я очень люблю врачей, я уважаю профессию врач, вот, но, к сожалению, врачи не решают проблему, они убирают симптомы, вот. И когда меня выписывали с клиники, то моим детям сказали, что прогнозы неутешительные, скажем так. Вот. На сегодняшний день, благодаря продукту, я чувствую себя прекрасно. Мои руки двигаются, мои ноги двигаются. Я не в том лежачем состоянии, в котором меня выписали из больницы. Я принимала очень много продукта, очень много разного. Кордицепс, хитозан, спирулину, вейкан, мозговой кальций. При инсульте, кстати, его нужно пить очень много. Вот. Мозговой кальций. Вообще всю кальциевую группу. Я занималась на стеке, занималась сама. Было тяжело, было трудно, но это такие приборы, которые просто нереальные вещи делают. Делала себе массажи шоканом. Это такая расческа в России ее называют. И суетуном. Ну, в общем, все, что есть, весь продукт, что есть в компании, я весь через себя его пропускала. Вот. На сегодняшний день, так как я потом, меня заинтересовала тема, я много проходила различных тренингов, курсов по именно по продукту. На сегодняшний день я имею очень много благодарности от людей, и я этим горжусь, от людей, которым я рекомендовала, да, наш продукт. Это и ДЦП девочка, вот, на 8 лет она была практически, ну, в полулежачем таком состоянии, как говорят в народе, овощ, да, ну, извиняюсь, такую формулировку, на сегодняшний день она в ходунках у нас ходит, у нее выросли волосы, она, у нее появились зубки, они те были култышечки черные, которые вот здесь так вот просто черные, да. Хочу поделиться еще вот таким результатом. У меня дочка, ей сейчас 14 лет вот будет. Когда она училась в третьем классе, так как она занималась танцами на соревнованиях, повредила коленный сустав, разрыв мениска был. Вот. Врачи нам сказали, что нужно делать операцию. В общем, ну, там все сложно расписали. Но мы прошли обследование, прошли, сделали МРТ. Я проконсультировалась со специалистами, именно которые работают врачи с нашим продуктом. Мы просто мощно пили именно детский кальций, мозговой кальций, хитозан. Потом она пила ресвератрол у меня, кардицепс и глюкозамин. Вот. Операцию нам не делали. Врачи через 10 дней развели руками и сказали, что не может такого быть, чтобы мениск у нас просто сросся. Вот. Жидкость из коленочка, из коленного сустава тоже ушла. Вот. По проблемам у моего сына, сын уже взрослый, 29 лет ему, но с третьего класса была проблема, у него было большие фурункулы на спине, на груди. Вот. Что только не делали, переливание крови делали, и множество различных клиник проходили, обследований, лекарств очень всяких различных много пили. Ну, сказали, что якобы что-то у нас заражение с кровью. Просто-напросто хитозан, фруктозан почистили весь желудочно-кишечный тракт. Вот. Почистили чаем нашу, его кровь. Вот. Ну, там еще дополнение, конечно, много различных таких дополнительных продуктов пили. И все прекрасно. Ребенок мой чистенький, кожица гладенькая, красивая, все хорошо. Все, спасибо, всего доброго.